Молодец, взял все и испортил. А вот мы на знаменитом озере Бычак, который называется. Вон ступеньки, смотрите, вниз. Вот тут, наверное, рыбы, да, в озере. Я так понимаю, что надо разворачиваться здесь. Рост, пошли со мной. Вниз. Так я о чем? Смотри, какая красота. Блин, это вообще просто фантастик. Посмотри, везде люди. Ты знаешь о таком озере? Нет, но я знаю, что есть еще ступеньки. Посмотри, сколько там рыбки плавает, глянь, маленькие. Маленькие рыбки. Не, купаться нет, но рыбу здесь ловить можно. Посмотри, какое чистое дно, глянь. Стайками, глянь, стайками ходят рыбы. Ром, ну ты говоришь, такие острые плавают, это просто... А чё там ловят, а не тут? Тут что? Где? Тут же, наверное, вообще рыба просто в камышах. Не, рано утром хорошо клюет, а днем уходит на дно. И это и есть... Голубое озеро. Голубое озеро. Да. Круто. Днем мы сейчас покупаем. Как она сейчас покупается? В озере? Да. Идем. Запускаем. Смотри, не успела еще приземлиться, уже клюет. Уже нападает. Ага. Жор называется. Жор. Рыба, когда хочет есть, это называется жор. Вроде не видно, что тут что-то ловили. Да! Заметил? Что это было? Вот там она упала. Да. Ее легко достать можно будет. Хорошо, что я присутствовал при этом моменте, а то б не поверил. И закинул наконец-то. Зато теперь поймаются. Зато меньше проблем. Не, удочку уже подняли наверх. Круто. Деду Вове второй раз купаюсь. Открытие сезона! Вау! Здорово! Просто класс! Не озеро, а просто сказка! Дед, ты в следующий раз лови в трусах, чтобы не был мокрый. Добрый. Я сейчас сниму штаны и трусы. Ну да, я тебе сейчас дам шорты. Блин, просто озеро класс. Бурчак. По-моему. Как правильно, озеро Бурчак? Нет, это Голубое озеро на Бучаке. А, Голубое озеро на Бучаке. О, правильное название. Ну, оно на самом деле вода прозрачная. Вот отсюда видно все растения на дне. Круто. И рыб, которых мы сегодня наблюдали, ну, я думаю, попарно они так плавают. Ну, наверное, по метру длиной всплывали. Так что... Так у тебя же там еще есть крючок. Этот червячок. Чуть дальше закинь.
хорошо ловит рыбу. Возьми за поплавок и наклони удочку вперед. Я только что одну рыбу достал, но она слетела. Ну, рыбу, вот такую. Ну, тем не менее, смотри, сколько их там много. Так вот ложь. Можно было еще до Люцкой достать. Олег уже уехал? Да. А куда он уехал? Наверх, за медом пошел. За медом? Да. А он вернется? Ну, позвонит. Да. Не, ну то тоже дело принципа. Олег уже поехал? Куда? Без дорожки, все попутал.